Сани, вы делаете плохо, придется наказать. Работаем! Стынга дряпта, баскимбас, стынга дряпта, баскимбас. Стынга дряпта. Учись. И также в другую сторону. Все, теперь он кидает. Нет, это что-то. Вообще, все.
Бог дал сердце. Мате, дали стою, подели куртки. Бердо. Так, подели курточки. Еще раз, пастухов, все приемы без падения. И когда делаешь бросок, старайся, да, в ту сторону или руку держать, или двумя руками. Готовы? Так. Тебя надо нагрузить, чтобы тебе плохо было. Могу его опять разбросить? Нет, наоборот. Готовы? Посмотрим. Хаджины! Три схватки по 5 минут. Поток не выиграешь, получишь. Сейчас она отойдет, ты будешь бороться дальше. Владимир, на ковер. Держитесь и не бросайте. Возьмите захват и не бросайте друг друга. Взяли захват. Вот так и стойте. Ты говорил не выиграть, ты пон. Победили Сергей Анатольевич. Так и пон. Конечно и пон. А говорил, что он тебя не выиграет. Летел как птица, блин. Красавчик, вау. Ну я думал, тоже сделать, что бля. Он с колен тебе сделает, если надо. Через плечо. Опа! Красавчик! Да, Влад! Красавчик, сын! Это называется подсечка под сухого. Красавчик! А Чебаняска это будет бросок Влада Петука. Боремся, боремся, боремся. Владимир, пока у него нога болит, 30 отжиманий, 30 приседаний, 30 раз пресс.
Даник, делай то, что можешь. Давай, пресс делай, отжимания. Пошли. Хорошо, молодцы, пацаны. Вот, вот. Далее. Пресс. Давай, нога не болит. Давай. Пресс. А сколько? 30. Давай, мой красавчик. Давай. И болевой. И болевой. О-о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 -
дерево, да? И упало, и больно. Стыдно. А что стыдно? Нормально, он не носил. Ес, красавица. Уже выигрывает. Да. Стоп, Артем, стоп, Артем. Не, я бы сделал, я просто пожалею. Нет, не слушай. Нет, здесь не надо сидеть, а то нога болит. А ну, 5 бросков через бедро. Так. Так. Хорошо. Ты должен мне показать 5 бросков. Значит, ты показываешь через бедро, подсечку, через грудь, с упором ноги в живот и бросок захват за ноги. Все, вышли на ковер, встали, приготовились. Бедро, смотри, бедро через грудь, мельница с упором ноги в живот, подсечка. Подсечка с крыльями, не тропа. Можешь придумать что-то свое. Встали на ковер, приготовились. Хаживаем. Да икона или слово 4 минуты? Нет, ну складка, 4 минуты. Мельницу. Пошел, Владимир, мельницу. Мельницу. Держи за ухо. За ухо и вот. Нет, не так руку, а вот так. Вот отсюда, а ты берешь вот так. Вот так, за ухо. За ухо. А это смотри, не вкладываешь, а сюда ставишь. Оп. Мельница с колен. Ну как ты мельницу делаешь? Вот, вот, молодец. Еще делай. 10 раз.
рукой со стойки. Пильки на колени. Опа! Есть сырмой кон. Подъем. Красавец. Аджуме? Сырму лучше. Ну, эх, Андрюха. Ну, еще два разика выбили. Тоже молодец, базарчик. Базаре. Ногами, ногами переверни за души. Еще чуть-чуть, ай-яй-яй-яй-яй, что ж ты его пожалел? Сдался. Не видел? Я видел. Хорошо, глаза на жопе? Как ты мог видеть? Молодец. Андрюха. Чебанясочку делаешь, Владимир? А ну-ка, чебанясочку. Голову между ног. Опа. Видишь, Чеза? Голова должна быть под мышкой. Прыгай, прыгай, прыгай. Ай-яй-яй. Хороший. Стоп за ковром. Андрюха, смотри, зацепил, классно. Пару раз прыгнул, смотри, и ногу поставил. Ну, ты ногу эту держи все время. На этой прыгай, этой держи, пока не упадет. Видишь, он уже умирает. Так, еще раз. Давай, давай, Владимир. Владимир! Еще. Да я уже к вам, Чезар, очень близко подошел. Чезар, очень близко подошел. Чего, завтра поборемся. Через грудь, Владимир. Падение. Покажи мельницу. Смотрите, как он. Классно получается. С мешком у всех. Да. Не у всех. Смотри. Оп. А ну еще раз.
Кто так может? Никто. А ну надо не делать. Еще раз. Бог любит Троицу. Хорошо. Так. Убрал чучело. Выше на ковер. Выше все на ковер. Таня, иди домой, иди больной. Иди. Быстрее встали на ковер, быстрее, быстрее. Что? Быстрее, легли на живот, быстрее. Значит так. 30 на 3 сколько будет? 90. 90. Значит так. Сейчас. 30. Да, 90. 10 отжиманий с кулаком. 10 выпрыгиваний с отрывом ног от ковра. 10 раз пресс. Локтями достаем колени. У вас минута. Чемпионат Европы. Еще раз. 10 флотель с лапом. 10 ашизель с прыжком. 10 пресс и еще что? И 10 пресс достаем локтями. Это 30 у вас. Одна минута вам дается. Ну, кто будет чемпионом? Только не брать. Хаджина! Локтями. Отдыхаем. Так, все чемпионы. Время уменьшается. Делаем то же самое. Чемпионат мира, но время уменьшается. Время дается. 25 секунд. 25? Да не успеем. Так вы за 30 секунд успели. Хорошо, 28 секунд. Вместо выпрыгивания просто и приседания. Нет. Давайте 25. А вы ноги много не времени вот за это. Да, 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 поэтому я лучше дам 30. Че? Именно выпрыгивание, потому что вы ноги не выпрямляете и по приседаниях получается такие скомканные. Ну что, чемпионат мира 30 секунд. 28 сказать. 30 я дам. Зато Олимпийские игры 25. И там 70% не успеет. Внимание. Чемпион! Некоторых, Андрюшенька, если можно пресс, потому что ты поставь ножки на этот самый, немножко ага. Поднимайся, так как бы. Или даже, а ну Артемчик, ложись. Склепку? Вот мы в следующий раз, да, вот такую склепочку. Вот оно тогда более-менее. Значит, вы сделали в основном за 26-25 секунд. Можете сделать еще раз. Так же? Все так же. Но за сколько дать? За 20 секунд? Не нет, успеете. 23. 23? Можете делать нормально. Давай. Да, вот, нет. Сейчас. Ну, ребят, видите, есть правила, и вы не нарушаете правила. Но
Я бы хотел, чтобы вы как... А ну покажи отъем еще раз. Пресс. Вот посмотрите. А так мы слабо задумываем. Вот так. Вон. А вот. Так нет. Вот. Смотри. Раз и ложишься полностью, потом опять. Не, ноги... Ну хорошо, давайте тогда так. Пятки тогда. Пятки не отрываем. Да, пресс, пятки не отрываем. 25 секунд. Сможете? Олимпийские игры. Сейчас. Хаджина! Вокруг ковра. Хочу устроить соревнования по физподготовке с тэквондистами. Боюсь, что они нас дернут. Надо такие упражнения подобрать, чтобы у них выиграть. А их больше? Броски. Нет, броски, у них нет бросков, у них удары есть. Они лучше нас делают. А? Они еще раз. Они удары, мы броски. Ну и что? И они больше ударов, чем мы бросков. То есть надо такое, чтобы... Мальчики, стоп. Даня, я тебя прошу, останься еще на 5 минут. Значит так, Даня, Бутук и этот, Владимир, возьмите по 30 подтягиваний. Сырбу, Пастухов и Чеза. Андрюшенька, не надо, Андрюша. Нет. 30. Артем, давай так. Делай цербу, делай честно, а ты делаешь так. А я тоже могу там 15. Ну, да, чем за этим 50. 50, да? 50, там. Вы готовы? Владимир, достаем. Головой ко мне. Чезар, головой ко мне. Головой ко мне, Чезар. Вот так, да, так, чтобы видно было. Пошли. Давайте, 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 давайте. Давай, 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 давай. Все. Отлично. Все, можно идти домой.